как Бог разговаривает с человеком. Бог обращается к человеку шепотом любви. А если он не услышан, то голосом совести. Если человек не слышит и голос о совести, Бог обращается к нему через рупор страданий. Клайв Стейплс, Льюис, писатель, ученый, богослов. Книга Иова, глава 33. Бог говорит однажды: и если того не заметят, другой раз, во сне, в ночном видении, когда сон находит на людей, во время дремоты на ложе, тогда он открывает у человека ухо и запечатлевает свое наставление, чтобы отвести человека от какого-либо предприятия и удалить от него гордость, чтобы отвести душу его от пропасти и жизнь его от поражения мечом. Или он вразумляется болезнью на ложе своем и жестокою болью во всех костях своих, и жизнь его отвращается от хлеба, и душа его от любимой пищи. Книга Иова, глава 33. Веруй, что при каждом твоем деле присутствует сам Бог. Преподобный Нил Синайский.